Друзья, всем привет! Сегодня мы хотим приготовить очень вкусное блюдо. Куриные ножки, томленые в овощах. Для этого нам необходимо. Мы взяли куриные ножки, здесь у нас 2 килограмма. Морковка, 3 перца болгарских, 2 перца чили, один поострее, другой понежнее. 3 помидора, 3 луковицы, чеснок. Зелень у нас пойдет уже в конце блюда. Ну, здесь у нас укроп и лук зеленый. Из специй у нас получается приправа для курицы. Отдельно мы взяли перец горошком и кориандр. Ну и, соответственно, и соль. Вот все ингредиенты, которые необходимы для этого блюда. Начинаем подготавливать ингредиенты. Берем голень и отрезаем вот эту часть. Ну все, с курочкой мы закончили. Теперь маринуем. Приправа для курицы. Мы ее не всю будем добавлять, а половину. Солим. Перемешиваем. Ну все, мы подготовили. Теперь пускай наша курочка маринуется. Режем лук на полукольца. Лук приготовили. Кофе. Морковь мы будем резать соломкой. Перец болгарский режем соломочкой тоже. Не очень крупно, так вот средненько. Очень сочный перчик. Сюда вот. Ну и жгучего еще вот такой хвостик. Ну, помидор, как хотите, так и режьте. Я буду резать дольками небольшими. Плодоножку мы убираем. И вот такими вот долечками. Достаточно. Помидоры прям сахарные. Пока еще натуральные. Зимой таких уже не найдешь. Ну все, мы почистили чеснок. Ну и мелко его нарезаем, соответственно. Разжигаем огонь. Ставим казан на огонь.
наливаем масло. Для блюда, я думаю, достаточно будет грамм 100, не больше. Как всегда, по стеночкам, чтобы казанчик смазать. Ну, вот так вот будет достаточно. Масло уже у нас накалилось. Добавляем лук. Лук сразу дает запах свой такой интересный, прям вообще очень нравится. Хоть прямо его одного на жаре кушай. Ну вот, лук уже у нас обжарился. Теперь курочку добавляем. Она у нас, получается, промариновалась 25 минут. Теперь добавляем морковь. Перемешали, ну где-то еще минутки три получается, она у нас сейчас пожарились. Добавляем болгарский перец. Добавляем помидоры. Перемешиваем. Буквально 2 минуты пожарилось. Перемешиваем. Вот такая вот у нас красотища сегодня будет. Я думаю, это будет 100% бомба. Добавляем перец чили. Перемешиваем. Добавляем чеснок. Перемешиваем. Наливаем воды, ну, на наше количество грамм 100-150. Вот этого будет достаточно. Мне кажется, даже 100 грамм здесь нет. Огонь делаем минимальный и минут на 20 забываем про блюдо. Добавляем кориандр и черный перец молотый. Перемешаем. Снимем пробу на соль. Прям чуть-чуть добавлю, чуть-чуть. Вот такая у нас красотища тут томится.
Ну и заключительный штрих, мы добавляем зелень, лук и укроп. Перемешиваем. Блюдо наше приготовилось. Вот такая вот. Ох! Сейчас у нас прохладненько и парит сильно. Ура! Солнышко выглянуло. Ну что, накладываем. Ну все, наше блюдо готово. Пойдемте дегустировать. Ну вот мы и приготовили наше вкусное блюдо. Ножки, томленые в овощах. Я уже, конечно, попробовал за кадром. Стопроцентное прям попадание, стопроцентное попадание. Вкус идеальнейший вообще. Слов нет, одни эмоции. Овощи пикантные получились. Чесночок и перчик чили. Минимальный набор ингредиентов. Быстрое приготовление. В течение часа блюдо полностью готово. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. Ждите, конечно, новых рецептов. Все, пока.